меня было две бабушки. Одна бабушка была вот такая страдающая сила. Она все время страдала, она героически все делала, все организовывала, при этом страдала. Вот там этот огород этот наш дачный, который все просто, ну, вообще не понимали, зачем. Там ничего не способно было быть к росту. Вот вообще это было место, где не росло ничего. Вот, ну, как бы, от слова совсем. Сажай ты, не сажай, не растет. И мы все с утра до вечера сидели в этих грядках. Потому что если бы кто-то из нас решился куда-то, значит, уйти, то бабушка бы с трагическим лицом, вот она бы шла, делала, чтобы все пришли и видели. Вот сила. А мы, значит, малодушные, вот это. Это не сила, это манипуляция. Потому что если ты принял решение заниматься огородом, ты им занимаешься, потому что ты, ну, тебе совершенно понятно, что ты им занимаешься. И вот этот, это очень важно понять, что нам сила нужна не через силу. Нам сила нужна через просто очевидность, ясность принятого решения, через его полноту и через нашу собственную цельность. Это мое решение. Я сделал это решение. Вы теперь это решение. Вы это действие. Причем тут все остальные, которых вы там, как бы сказать, своей силой пытаетесь заминовать, что они вот недостаточно сильные. Они не принимали решение заниматься вашим огородом, понимаете? В гробу видали ваш огород, понимаете? И чего, и правильно. И вы, а вы их огород видели ровно в таком же виде, понимаете? Поэтому, ну, пусть гуляют. Если вам нравится огород, но если вам не нравится ваш огород, вот не изображайте, что вам он вот нужен просто до этого поросячьего визга. Ну, просто честно себе скажите, огород мне не нужен. Петрушку куплю в этом с рук. Вот. Поэтому сила на самом деле это не бой. Это ясность вашего интереса, вашей задачи, вашего решения, вашей ценности, что для вас представляет ценность. Вот что такое сила.